5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы плеер 5163, для которой вам понадобится одна C4 и 4-5 железных топоров. Ну или штук 7-8 обычных. Так, все ящики находятся вот тут, рядом со стенкой. Вот так они вдоль расположены. Ну, начнем мы, пожалуй, вот с самого крайнего. Вот отсюда. Взял с собой дополнительный сет брони, плюс мачетками и 5-4,5 железных топора. Готово. От всех трех волн я избавился, у меня 98 шума. Давайте смотреть, что нам забирать. Вот у меня осталось еще 1,5 топора. Один железный топор, насколько я знаю, открывает 3 ящика. Обычный топор 1,5 ящика. Так. Пока что каменный блок я заберу. Здесь, ого. Неплохо тут, конечно. Вот эти дубовые доски я тоже заберу сразу. Каменные блоки пусть тут лежат. Так. Короче, заберу я их все. Если что, я могу в любой момент их убрать. Дальше, слитки, доски обычные. Это я заберу. Дальше. О, вода как раз попить мне надо. Блин. Ты приспичил именно сейчас, кстати, а? Давай. Отлично. Так, там мы схаваем. Дальше идем. Бензин, 3 гаечных ключа. Окей. Изолента, микросхема. Окей. 4 красных талона, на удивление. Это у меня украли, это тоже у меня украли. Так, здесь бинты, аптечки, да? Нужно сделать вот так и вот так. И сейчас пойти в байк положить. Вот такой вот лут я оставлю в байке. Эти каменные блоки пусть пока тут лежат. Это я сюда сложу, чтобы вы понимали, что у меня украли. И идем лутать дальше. А, кстати, если кому интересно, вот в этой комнатушке 2 на 2 ничего нету, кроме радиостанции вот здесь. Ящиков тут нет, взрывать смысла тоже нету. Дальше идем. Где я остановился? Здесь осмотрел, здесь досмотрел. Неинтересно. 3 бутылки воды, которые у меня сперли. 10 пива. Вот. Вот весь лут, который у меня украли. Не хватает 3 микросхем. Эта микросхема, судя по всему, его. Блин. Ну, этого на этой базе была уже. Блин, что бы забрать такого-то, а? Умирать тут, как вы видите, смысла нету. Лут ни о чем. Ну как ни о чем. Ресурсы есть, конечно, прикольные, полезные, нужные. Но в основном так себе. Ладно, давайте тогда верстак, что ли, сломать. Так вот, надобью пока. Сюда дело вот так. И окей, все. Ну можно последний ящик открывать. Тут, скорее всего, будут мои 3 микросхемы. Да, вот они. Еще и шкура. Хорошо. Ну, давайте вот это тоже сломаем, посмотрим, может быть, что-то интересное тут есть. Хотя, что-то я сомневаюсь уже. А, нет, доски есть, это хорошо. Мило, пропусти. Так, сейчас я быстренько остановлюсь у байка, чтобы вы понимали, что именно я отсюда вынес. Что я потратил одну C4. Вторую смысла взорвать нету, там ничего, как я говорил, уже нету за той стеной. В пикапе пусто. Ну и вот, собственно, лут, который мы вынесли. Поставьте на паузу, посмотрите. А на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.